Андрей Михайлович, с победой, ваш комментарий. Спасибо, спасибо за поздравления. Также хочу всех поздравить с началом сезона. Очень рад, что в этот хороший день весенний получилась хорошая игра со стороны обеих соперников. Очень рад, что мы выиграли именно и выиграли у Баты, достаточно сильного соперника. Что по игре касается, то считаю, сыграли довольно дисциплинированно. Были моменты, особенно в первом тайме, которые обязаны реализовывать. Во втором тайме уже немножко ребята играли больше по счету, но это опять-таки не установка, а соперник хотел отыграться. То есть мы прижимались очень низко к воротам, то есть давали пространство в АТ. Было немножко тяжеловато, но рад, что вытерпели, дотерпели до конца и держали победу. А последний раз Батэ выиграли в 2014 году. Насколько важна эта победа, исходя из статистики? Ну, любого соперника мы должны стараться выходить на каждую игру, обыгрывать. Поэтому здесь обращать внимание на то, что это было в 2014 или в том году, я бы не стал так уделять этому внимание. Просто обыграли хорошего соперника. А насколько тяжелое повреждение у Станислава Криворота? Ну, пока не могу сказать, это покажет уже обследование, но повреждение голеностопа, а там будем смотреть, что будет дальше. И с чем связаны настолько поздние замены? Ну, потому что, в принципе, все получалось, и в такую игру очень тяжело входить, и поэтому решили не выпускать играть. То есть силы были у ребят, они выполняли практически все, то есть замены, как бы делать замену ради замены, как бы не было необходимости. Сейчас будет двухнедельный перерыв. Какие планы у команды на эту паузу? Ну, два дня мы отдохнем, потом будем работать, готовиться к следующей игре. То есть две недели на подготовку, то есть есть над чем работать. Да, спасибо. Победа и твой комментарий по сегодняшней игре. Спасибо большое. Ну, хорошая игра с хорошим соперником. Ну, было в первом тайме, конечно, полегче. Во втором тайме уже подсели. Ну, в первом тайме были еще моменты, могли забивать. Подвела реализация. Очень много обострял в различных моментах. Это была какая-то тренерская установка или твои какие-то личные индивидуальные действия? Ну, думаю, индивидуальные. Ну, сказали подключаться, вот входил, были моменты. Ну, как говорил, уже подвела реализация. А стал ли неожиданный момент, когда в конце игры, когда он тебя свою ногу подбежал в борисовский вратарь и начал оказывать помощь? Ну, спросил, нужна помощь, я сказал, ну да, он решил помочь.